Отец отдал тебе приказ совершить. Ага. Что не понял так? Показать поведение. Разум этого не выдержит. Так, я так думаю, надо этого алкаша найти, наверное. Так. Он же там должен горевать, если я не ошибаюсь. Leave your father alone. He's very upset. Так. I mean, he has a lot to deal with right now. Куда тыкал карта? Ага, во! Куда карта тыкала? Ага, кстати, смотрите, я угадал, алкаш. Ну, правильно, после потери бабы-то. Конечно. Бухает, так. Он пьет уже месяц подряд. Похоже, у него действительно были чувства к Джавити. Помнится, когда я брал камеру, я видел на столе карту. Ну и хрен с ним. Если закрытая комната, то я был в закрытой комнате. И видел уже это. Ну кто она там этот? Блин. Как же оно называется-то? Я отбрал там. Кстати, а здесь я в первой еще игре, по-моему, в первой брал водку. Водку или что, спирт? Ну-ка, тут же совмещать можно. Это что у меня? Со смертельным ядом. Нет, что-то так-то. Так. Так, ага, во, ага. Подождите, смотрите, как удачно. Это я еще в первом игре взял, и сейчас сколько нахрен узнаю, за каким хреном это все надо. Так, я нашел тайную комнату, там должно быть что-то полезное. Я нашел, ну правильно, значит, это бутылек все-таки это... Это значит все-таки, так скажем, хрен с ним. Дам даже говорить, в прошлой серии увидите, что я там побывал. Так, а вот я добавил немного яда, который нашел в тайнике, в тайной комнате... Дяде Тому в вино. Ага, как мне теперь ему всучить это? Подожди. Мне как-то тебе надо... А, подожди. Нет, да, не так, подожди. Вот клей-то тоже, по идее, надо склеить с чем-нибудь. Пули для пистолета. А чё, серьги что ли? Пленку только склеить можно тут. Нет. Нет. Ладно. Подожди. А, ну-ка. Please, I need to be alone now. А, пока он меня видит, не может, не могу сделать. Ну-ка, давай. Ты же слабый разумом. Как, ты силен? А как мне тебя тогда? Блин. А, вот так. Давай, что у нас там появилось? Я положил отравленную бутылку рядом с столом, он ничего не заметил. Ни хрена себе. Вот так вот это, тур прошли так быстренько. Блин, потому что предметы собираю еще вот там. Давным-давно. Блин, патроны, пистолет где-то должен быть. Или куда-то в печку закинуть патроны надо. Что ты? Блин, у тебя что за пол там? Камень, что ли, что бутылки разлетаются? Ты? Это все ты. Ты это сделал, маленький мерзавец. Ты все это сделал, ты. Да, это сделал я. Какой ты молодец, что ты понял. Умри. Умри. Блин, это... Меня бог... Под одной крышей с таким монстром жить. Это же кошмар. Так, батя. Ты мне еще должен способности дать. У меня там
До 5 до 6 должно было доходить способности. Том? It's me. Том, это Charles. Я, Чарльз. Please дверь, open the door. Господи, сколько тогда всего углов, если 8 глава, я только вторую способность получал. Где-то в 6 главе, там их 5, наверное, 6, сколько? По 3 главы на каждую. О, oh, shit, no. Ой, not нет, this. Только нет, no. Только нет. Not this, no. Короче, затукали. Вот так вот. Мистер Вагнер, I'm at a loss for words. Господин Вагнер, you у came to your own conclusions, слова. Detective. Our Это family is suffering a great shame now. Detective. Наша семья сейчас переживает большой позор после этого. I want меня... you and your men out of this house by nightfall. Ни вас, ни There's nothing more for you here. До наступления ночи. Вам здесь больше делать нечего. We'll take care of our own problems. Теперь мы с вами будем решать наши проблемы. Again, I'm really sorry. Еще раз я очень сочувствую вашей утрате. Я помолюсь за вас и вашу семью, господин Вагнер. Forgive me, Father. Прости меня, отче, ибо я грешен. It has been, последний раз я исповедовался. Ох, сейчас я не вспомню. Очень There's давно. A family. Their Есть home одна семья. С их домом происходит необъяснимые бедствия. Я пытаюсь помочь, но, кажется, погрузился во все это слишком глубоко. Мне снятся кошмары. В моей голове разыгрываются ужасные сцены. И эта семья, они... It sounds to me like this family needs help, my son. Нуждается в помощи, It sounds to me like the church кажется, should intervene. Должна вмешаться. Ну, наконец-то! Прибейте малого так, если потеряешь чего-то там. Батя пришел! Батя, узнают твою походку. Так. Hello, Lucius. Здравствуй, Люциус. Привет, бать. You are doing well. Ты делаешь большие успехи. Кстати, все говорят, кроме But меня здесь. Мне надоели эти низкородные жертвы, горничные, дворецкие, бухгалтеры, пьяницы. А что тебе надо? Тебе не кажется, что пора поднять? А кто тебе нужен-то? Может быть, настало время перейти на личности? Не совсем понимаю тебя. В твоем окружении завелись... Изворотливый змей, Люциус, ты должен вырвать эти сорняки с корнем. Позволь мне показать тебе еще кое-что, что поможет тебе в твоем приключении. Ты можешь заставлять людей забывать какие-то события, это может быть очень полезно. Так, что случится, если тебя поймают? У тебя будет ограниченное время, чтобы действовать. Так, стирание памяти 4. What skill and promise you display? Так, они забудут, ты сможешь продолжить работу. А почему ты мне раньше не дал? Чем выше ставки силы, тем больше силы можно получить от жертвы. Ага. Look closer to your foe. Присмотрись к своему окружению, Люциус. Заставь меня гордиться тобой. Да, окей, набать. Все будет. Так, блин, какой папа, что ли? Остерегайтесь крестов. Да, мы знаем. Кстати, надо попробовать. Так, у соседа трава зеленее, зато у нас красивее, что ли? Или красивее как? Встали рано поутру, нюрки я своей вотру. Ладно, ну, не будем о грустном. Давайте посмотрим, как... А у нас краснее, а я думал красивее. Так, ладно. Берем машинку. Лето, подожди, лето. Так, Юлу ничего отсюда взять не можем. Нет, 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 нет. Во двор глядим, что-нибудь видим? Да ни хрена не видим. О, соседи. О, подождите, подождите, подождите. Мне, ага, понятно, все, куда мне надо идти. Да, иди ты. Подожди, ключ. Мне не дает покоя вот этот ключ. Не знаю почему, но он меня так волнует. Прям есть не могу, спать не могу.
Давай. Оп-оп-оп. Опа-опа-оп. Так, я хоть правильно бегу. Посмотрите-ка. А на улицу даже. Давай на улицу. Сначала знакомимся с жертвой. Так, мне надо еще там клей, кого-то, патроны, спички надо все склеить. Нет, спички я забирал. А что тут можно склеить-то? Два ключа можно склеить. А где у меня клей? Так, подожди. Так. Нельзя использовать совместно. Нельзя использовать совместно. Ну и хрен с тобой. Ой. А, ну все правильно, я же во двор выбегал за жертвой. Ну и кто ты такой? Away, так. Отойди, Люциус. Так, найти бутылку вина 33-го года. А где? Где-то она должна быть. Так. Антонио снова подстригает траву. Возможно, мне удастся каким-то образом сломать его газонокосилку. Интересно, почему он всегда выглядит так, будто только что пришел с дискотеки. Так. Ага, понятно. Подождите, мне надо как-то переделать эту цифру 4. Параметры. Настройка управления. Вот так вот. Все. Подождите, мы же тут тоже что-то тогда ковыряли, помню, давным-давно. Бутылку 33-го года. Где я бутылку могу взять 33-го года? Это будет стопроцентная тогда уже какая-то штука. Так и кому отдать? Где этот алкаш? Он не помер ли случайно у нас? Где может быть? Я, если бы она подписана была бы еще. Ну да и ладно, поди. Хрен поди с ней. С этой бутылкой 33-го года. Не буду я уж больно таким прилежным мальчиком. Так. А, подождите, подождите, так. Что пришел с дискотеки. Да не то, блин. Мы вот здесь чего-то когда-то подсоединяли. Подождите. Предмет использован правильно. Что тут есть? Так, подождите, надо смотреть, что у меня. Так, у меня ключи есть. Ключи ни с кем не комбинируются. Моя записная книжка, но она не в счет. А, клеить, а что клеить-то надо? Так, серьги. Нет, нельзя использовать совместно. Нельзя использовать совместно. Так. Ладно, пока оставим. Так я же его брал. Подожди, тут где-то гвозди были. Где они? Вот они. Блин, я даже забыл. Так. Все. Ага. Минутку, минутку. Здесь кого-то в сарае убить надо будет, да? Так. Ну-ка, ну-ка. Что здесь, вода? Блин, давай. Бежим. Ну-ка, давай-ка вот так.
Ты должен сначала взять под контроль человека, чтобы затем иметь возможность использовать предметы, так? Что здесь было? Так. Интересно, почему он всегда выглядит так, будто только что пришел с дискотеки. Возможно, мне удастся каким-то образом сломать его газонокосилку. Блин. А что мы можем сделать? Это что? С чем-то надо склеивать? Ой. Камнями его забить, что ли? Нет, вот это все должно быть как несчастный случай. Блин, у меня все это бутылка 0.33 не выходит из головы. Ну-ка давай, залезь башкой в газовую косилку. Давай. Его разум силен, чтобы ты мог его контролировать. А что, ему наркоты надо какой-то дать? Так, ладно. Ну-ка, давай-ка вот здесь вот. Это... Может, камень не тот? Или что? Мне газонокосилку-то как ломать? Так. Не понял. А, надо, чтобы он видел. Ой, чтобы он наоборот не видел. Ага, так, подождите. Так, мне сейчас надо будет. Если я как понимаю, он должен сломать. Блин, а может его наркотой накачать какой-то надо? Да. Вроде в доме уже наркоты не осталось. Так, а мы пока отойдем. Вот сюда. Якобы мы ни при чем. Даже вот сюда, в кусты. Блин, блински. Ну давай быстрей. Он пытается заставить газон. Похоже, это твой шанс. Так, вот. Так, так, а так, так, так. Мне надо. Ага, вот. И. Oh, Dios mío, what happened? Так, ты должен сначала взять человека под контроль. А, вот так это делается. А что, получается... Так, если он сейчас залезет, он же помрет. Ой-ой-ой-ой, красотища-то какая. Где бутылка, блин, 33-го года? В какой корзине она находится? Бутылок по дому разбросано. Тьма тьмущая. Так. Подожди. Блин, я запись хочу прочитать. Мне неделями не удавалось нормально выспаться. У меня все это просто не укладывалось в голове, как будто что-то скользало от меня. Я обратился за помощью в церковь. Я надеялся, что они смогут посетить этот дом и, возможно, помочь живущим там людям. Посоветовать что-то. Или на
Или чем там занимаются священники. И, конечно же, произошел еще один несчастный случай, на этот раз в саду. Никогда я еще не видел таких странных вещей. У меня не было никакого разумительного объяснения. А пресса осаждала департамент в поисках информации. Эти стервятники постоянно кружили возле особняка. Моя жизнь просто разрывалась. Теперь я каждый день спрашивал Чарльза Вангнера. То, что он мне рассказывал, было как будто из другого мира. Его отец Фабиус, который казался мне немного тронувшим, пропал без вести. Все считали, что он просто сбежал подальше от стресса. Ни хрена себе. Что происходит, папа? На нас лежит проклятие? У нас есть враги? Мы стали жертвами вымогательства? Или это какая-то вендетта? Don't talk such rubbish, не говори ерунды, Чарльз. Ты хватаешься за соломинки. Я знаю о твоих прошлых связях с преступным миром. Я знаю, откуда у нас деньги. Ты ни черта не знаешь, и даже не спрашивай меня, просто будь благодарен за то, что я тебе дал. Have you no feelings, Dad? Папа, почему ты такой бесчувственный? Почему ты не пришел на похороны Тома? He was a wastrel, and он был неудачником и умер как неудачник. Он не был мне сыном. That's cold by any stretch. You're a heartless, bitter old man. He was giving you everything you could have ever possibly wanted. And now it's time for payback. There are events afoot which are far beyond anything you would understand. А он что, в курсе, что ли? I'm going to lose this election. My world is falling apart. Lucius won't speak. Nancy is losing our mind. And you're crazy too. We're all just pawns in the larger scheme of things. These people, they're just fodder for death's eventual scythe. You only need to play your role, Charles, and be a good boy. There are rewards for those who endure to the end. Ну да. Это что, масоны, что ли? А, нет, святые отцы. Католики. В рясах. Долгополые. Сейчас тебя тут, блин, я думал, там током тебя убьют. Good afternoon, miss. Добрый день, I'm Father Legal of the Winter Hill Diocese. And this is Father De Cozimo. We've heard of the unfortunate tribulations that have befallen this house, and we've come to offer a blessing for better days for this place. Would the master or mistress be hostile? What? Get the hell out of my house, bloody parasites. Take your skirts back to the poor mix in town. Галякам, рассказывайте им свою ерунду про Иисуса. Поклоняйтесь моей лужанке, и я дам вам повод помолиться за ваших пасхальных кроликов. Распространяют всякую дрянь на моей территории. Выпроводи их за ворота. Ага! Святоша! Нет, нет, не угадал. Нет, ну ты угадал, конечно, ну ни хрена ты сделать не смог. Ух ты. Ух ты, тут еще какой-то, смотрите, ролик продолжения. Блин, зачем мне это, там что-то... пистолет надо присоединить, блин, этот, который гвоздями стреляет. И кого мне стрелять? Ладно, потом посмотрим. Блин, сейчас только дотюкало, что этот пистолет надо присоединить к этой компрессору-то. Он же не будет просто стрелять сам по себе гвоздями-то. Это уже незаконное вторжение в частную собственность. Вали его, в Америке стреляют таких на раз-два. Он в сарай, его закроем, отрезает по кусочку каждый день. Так, тебя-то я вижу, ты здесь вино мне найди. Что? 1930-й, ну. Who are you? Кто ты? What are you doing here? Что ты тут делаешь? You surprised me. Вы застигли меня врасплох. Я Уэйн Пресл из Геральт. Like a word with you. About recent events here at Dante Manor. В Данте Манор. Готов щедро заплатить за информацию.
Don't you know who Разве ты не знаешь, кто я? О, мистер Вагнер. О, господин Вагнер, мне очень жаль. Я звонил в дверь, но ответа не было. Похоже, что собирается дождь, так что это незаконное проникновение, мог бы тебя застрелить. Hey, wait now. Эй, подождите. На. Вот так вот. А чё, ушел что ли? Так, батя пришел. Ну давай, отец. Отец родной, рассказывай, что там у тебя. Так, а ты мне опять что-то дашь, да? Ах, Люциус, какие же удивительно ужасные жертвы ты мне приносишь. Теперь нам нужно ускорить темп. Мы должны продолжать, не оглядываясь назад. Эти люди вынюхивают, Люциус, подозревают, ты должен быть на чеку. Ну и что я могу сделать? Но сначала настало время научить тебя более важному умению, чтобы ты мог защитить себя, если возникнет такая необходимость. Ты любишь огонь, Люциус? Пироман, тебе он мне огонь даст. Папочка говорит тебе не играть со спичками, но я покажу тебе способ получше. А, пять. Блин, а я все жду. Ну. Вау, очень хорошо. Подожди, ну-ка дай-ка прочитаю, что здесь. Трава снова может расти. Не получилось ему, удалось избежать встречи с лезвием. Ладно, у меня еще убежит. Ага, во. А, пять. И на. На, все. Теперь послушай меня, Люциус. Это умение можно использовать только иногда. И только в самых экстремальных ситуациях. Каждый раз, когда ты приносишь мне жертву, ты получаешь это умение. Не успел прочесть. Прошу прощения, тут не это уже слов. Видимо, что-то личное. Давай, батя, покедова. Так, всем хорошим и не должны подозревать меня. Я должен казаться хорошим мальчиком. 1 апреля 1973 года. Предательство. Предательство? Ты тоже кого предал? Ну. Да, батя. Ой, батя. Дед. Говори. Ты в курсе, да, кто я? Давай, мой мальчик, давно мы не говорили. Значит, ты лазил здесь и нашел тайную комнату? Молодец, Люциус. А, так это ты, значит, там поклонялся сатане. Одевайся и встретимся внизу, никто не должен видеть тебя по пути. Я заметил, что еще не все спят. Блин, опять мне что ли там? Так. Дедушка разбудил меня, он сказал, что мы должны встретиться так. Всех мне может. Мне поможет темнота. Мне поможет темнота. Так. Ну ты же по окну не лазишь.
меня ключи были от чего только от кладовки. А, во! Так, ну и... Поручень. Но я же не могу на тебя встать. А, меня поймали, подождите. Сейчас заново. Можно также включать технику, выключать. Так, а можно это пропустить? Давай. Так, мы сюда вышли. Ну-ка, давай. Ага, она сюда смотрит. Она смотрит телевизор. Чего это? Вообще-то я хотел телевизор. Ну ладно. Телевизор вообще-то хотел выключить. Так, прекрасно. Теперь... Кто здесь есть? Ага. Блин, все забывал, что надо на нормально переключиться. Блин. Непонятно, куда идти, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Батя! Так, блин, тебя видят. Точно, я же могу память стирать им. Блин, только это надо быстро действовать. Все, теперь все сложнее и сложнее. Шмать-то начинается. Что ж. Давай, пошли. Блин, я все забыл, что мы можем память стирать. Ага. Блин, тут переключать только успевай. Эй, поехали. Так. Так, тихо. Иди. Если что, память сотрём. Блин, давай. Так, давай. Ну, я понял. Давай. Пробегаем. Блин, а кто-то меня нашел? Ой, надо бежать. Как-то, блин, даже не знаю как. Так, ну пока-то я делаю вроде как неправильно. Только раз все закрыто, получается, мне выбора нету, только так и бегать.
Так, мне надо налево. В любом случае. Если... Ага. А, осталось. Да. Я уж понял. Так. Спокойно. Мне же к тайной комнате надо. Да вот тихо ты. Да блин. Что вы все не спите-то? Я что, один сплю? Так, стоп. Вот теперь-то... Мне фонарики пригодятся. А то, блин... Пипец. Так, так, так. А, вот. Так. Пошли, 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 пошли. Где? Ты здесь? Ох ты, а кто там распятый-то? Значит, что-то привело тебя сюда, и ты нашел тайную комнату. Молодец, Люциус. My two dumbass kids played down in these cellars for years, играли в этом подвале, ничего не подозревали. Знаешь, эту тайную комнату построили одновременно с особняком. Очень давно. Именно здесь все и происходит, Люциус. Это сердце Данте Манор. Здесь много что произошло. Мне приходилось развлекать гостей самого высокого ранга. Now is the time for you to discover your destiny. У тебя есть призвание, Люциус. Я ждал тебя гораздо дольше, чем ты можешь представить. Мои сыновья разочаровали меня, но я ждал именно тебя. Ты покажешь путь всем нам. А, значит, ты в курсе, да? Но ты безответственно отнесся к обучению, Люциус. Поставил все под угрозу. Ты привлек к нам слишком много внимания, и теперь нам приходится это расхлебывать. Нельзя рисковать тем, что нас раскроют. Don't worry. Не беспокойся, после того, как мы правильно расположим, ты станешь намного сильнее. Это святое место, где кровь будет работать на нас. Well, mainly for you. Ну, в основном для тебя. Это ты, не так ли, мой мальчик? Почему ты молчишь? Ты же избранный. Господин сказал, что он возьмет... Причитаешься ему из моего рода. Я уверен, что он имел в виду тебя. Подготовь стол к ритуалу, и я найду нужный манускрипт. Так, стол к ритуалу. Что надо сделать-то? Он лежит. Что, приковать его надо? Давайте смотреть. Что надо сделать? Так. Стой. О, подожди, где тут? Наручники для приковывания жертв к столу. Так, что-то не пойму пока. Так. Это, чего это? Незажженный свет. Незажженный, ну, это, господи, это-то в легкую ему. Так, где он стал? Так. Где ты? А, что он сразу поджигает. Ну-ка, давай-ка. Потом еще. Ну и еще немножечко. Во! Так. Так, что у нас остается? Тут как... Ага, перевернутый. Не-не-не-не-не. Все правильно, вот перевернутый.
Так. Эти не зажигаются. Новый предмет в инвентаре. Ремень. А зачем мне ремень? Отхлестать его? На! А, нет, подождите, я его привязал! А я думал отхлестать тогда его. Ну, по щекам, как дам по щам сейчас. Нет, смотрите, привязался. Так, и что надо? Так, дед, ты нашел, что искал? Hello, my boy. Привет, мой мальчик. Так, что надо к ритуалу-то еще можно быть там? Даже не знаю. А, там где-то чашки были какие-то эти странные. Подожди. А что я их раньше не брал? А куда их надо? Ага. Так. Надо и по этим. Блин, да не то. Вот. Какая? Куда? Вот сюда. Потом следующая. Вот сюда. Так, еще одна. Так. Еще одна чашка где-то должна быть. Где ты? Так, смотрим сначала на полу. Вот она. Нет, не здесь. Не здесь. Подождите, я что, все четыре расставил, что ли? А почему это у меня осталось? Так. В ногах. Чаши есть. Здесь чаша есть. Где голова, что ли, или что? Подожди, или сюда? Нет. А, подожди, вообще взял, она только заполнилась, когда взял. Одна из чаш разбита, в нее нельзя налить кровь, нужно ее починить. Где же я оставил клей? А, во! В учебном комнате. О, нет, клей у меня есть. Подождите. Вот он. Вот он мне пригодился, клей. Нет, не, блин, не так. Вот так. Все. Куда тебя? Все. Так. Значит, там не было чаши. Значит, ему кажется, что договор делает его моим лучшим другом, но он жестоко ошибается. Ну все, я готов, что тебе надо? Эй! Даже, блин, не знаю, что тебе еще надо-то. Черепа есть. Так. Снимка нет. Так, тут что? А, тут этот же что-то искал. Что ты тут искал? Стой. Нож. А, ну правильно, ритуально же жертвоприношение-то. Так, это нельзя использовать таким... А как надо? Вот здесь? Как? Что-то не понял. А как? Каким образом тебя еще использовать-то? Ага, вот. Это дед, что ли, будет резать? Думал, я буду резать. Ножик. Ух ты. А я предал. А, предательство. Я думал, меня предадут. А оказывается, это я предал. Вот это поворот. Первый раз. За все игры. За все игры, да, первый раз. Первый раз предал. Нормально так. Спасибо, дед, что помог мне. Давай, батя. Давай мне еще какую-нибудь способность. Я вообще, давай я его сожгу. Хоть пос...
Эй-эй. Сейчас смотри, как я... О, моя голова, что это за место? Какого черта? What the hell? Just let me go. Okay, просто little пусти boy. Меня. Хорошо, мальчик. Подожди. Опа. Ой-ой-ой-ой. Ты как ремни порвал. Okay, now. Ой, let's ну, just хорошо, calm down and try and figure out what happened что здесь произошло. Так. Ага, понятно. Огонь. Вот сейчас я буду огнем тебя сжечь. Так, подождите. Так, я... Меня наполняет адское пламя. Уэйн переворачивает кресты, чтобы ослабить меня. Сейчас я ему покажу. Да блин, какое? Стой! Беги! Так. Блин, понял. Блин. На. Ой, я так запарюсь в него бить. Подожди, сначала надо... перевернуть. Так. Так. На. Что ты там завис? Не висни. Закисни. А что так медленно? Я к тебе не подойду, у тебя нож был. У меня гвоздомет, блин, он не подключен ни к чему. На. Так. Подожди, батя! Меня батя позвал. Позвал? Вытащил меня оттуда. Вытащил. Да не этот батька, другой, который настоящий. Книга упала. Интересно, что за ключ? The Book of Leviathan. Книга Левиафана. Антон Лафей. Возвращение чего? Приготовьтесь к войне. Возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Господи, отец, во что ты ввязался? Нэнси, I think Lucius Нэнси, might be мне кажется, cursed. Что Люциус It's the only explanation I can find. Это единственное объяснение, Dad которое я думаю. Dad has been missing for weeks, думаю, and it seems he was into some really crazy occult stuff. Что его вовлекли во что-то ненормальное, оккультное. I can't rule out the possibility that my father had something to do with this. Как-то с этим But we need to get Lucius to a psychologist to find out. He can't tell us anything himself. Он ничего не может нам рассказать. Oh my God, Charles! Господи, Чарльз, have we not been through enough already? Достаточно уже пережили. Нет, еще недостаточно. Ну, батька же прав, прав. Почему ты его не слушаешься? Ой, 25 мая 73 года, учебный выстрел. О, кстати, патроны у меня есть уже. Ну что ж, это будет совсем другая история. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.
и оставляйте комментарий. Давайте почитаем, чем это закончится. Он больше не представляет угрозы, они оба могут остаться здесь, в тайной комнате. Никто никогда не узнает об этом. Ну все. Так, все, игрушки я все взял. Медвежонок, что там? Подушки. Все, пока.